«Стоп ВИЧ СПИД» – так называется профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках этого мероприятия Управление по делам молодежи совместно с Центром досуга молодежи «Портал» провели информационную акцию «Должен знать» по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Знать именно о чем? О профилактике ВИЧ-инфекции, что такое СПИД. Мы рассказали ребятам, где они могут сдать непосредственно анализы, чтобы узнать, какие они ВИЧ-инфицированы, положительные либо отрицательные. Мы рассказали, чем отличается ВИЧ-инфекция непосредственно от СПИДа. Мы рассказали непосредственно, как нужно себя вести, если вдруг кто-то узнал вот такую болезнь. Студентам раздали анкеты для тестирования на знания об опасном вирусе. Заполнялись они анонимно. А также прикрепили каждому на грудь красную ленту. Она является символом данной акции. Молодежь должна знать о проблеме распространения ВИЧ-инфекций. Сегодня мы провели акцию «Стоп ВИЧ-СПИД» с целью привлечения внимания к проблемам распространения ВИЧ-инфекции в подростково-молодежной среде. Символом нашего мероприятия стала красная лента. Это официальный символ борьбы со СПИДом. Мы прикрепили красные ленты, мы донесли информацию до студентов с целью того, чтобы они были осведомлены в данном вопросе. Коллектив Лабинского аграрного техникума очень благодарен Управлению по делам молодежи и Центру досуга молодежи «Портал» за проведенную лекцию. Данная беседа оказалась очень полезной для ребят. Для их возраста это очень актуально. Мы благодарны специалистам Управления по делам молодежи Центра досуга «Портал» за проведенную акцию в стенах нашего техникума и ждем их снова. Организаторы акции заинтересованы, чтобы молодежь была проинформирована и защищена, особенно в вопросах профилактики СПИДа. Нам эту информацию доносили еще в школе, но сегодня я узнала немного больше, и для себя и мои одногруппники узнали намного больше, чем знали до этого. Нам сегодня рассказали о том, как передается СПИД или ВИЧ-инфекция, и как ее можно излечить, и вообще лечится ли она. Эта лекция была очень полезна, потому что в нашем современном мире каждый молодой человек должен знать про эту болезнь и как с ней бороться. Лилит Саакян, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».